На календаре 29 июня. 29 июня 1898 года в Самару прибыл член Лондонского королевского географического общества господин Джефферсон. Визит в губернскую столицу, хоть и кратковременный, почетного английского гостя был вызван необходимостью ознакомления с малоисследованными областями среднеазиатских владений Российской империи. 29 июня 1957 года была открыта первая очередь Волжской набережной от улицы Вилоновской до Некрасовской. Проектные работы по обустройству береговой полосы начались еще в 1935 году. Прибрежная зона тогда представляла собой сплошные склады, деревянные дома, конюшни. Требовалось снести все постройки, расширить полосу набережной, укрепить берега, озеленить их, устроить пляжи. Одним из архитекторов набережной был Михаил Труфанов, который считал, что Самаре повезло с пологим берегом, и это замечательное место для создания пешеходной зоны. В результате работы проектировщиков и строителей город получил хорошую зону отдыха. В народном календаре сегодня Тихон Тихий. В ту пору в деревнях часто устраивали толоки, так называли пиры для тружеников. Их угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считалось, что толоки устраивали с целью помочь бедным семьям, чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых. Это все, что мы успели вам рассказать о 29-м дне июня. Прекрасного вам настроения и удачи в делах!